Давай дунем. Днем рождения! Днем рождения! Спасибо, спасибо. Целуй. Я пошла и спросила у молодых людей, сколько же на их мнение... Именно так меня и нашли гости на эту передачу. Сколько на их взгляд весит их член. Ну, один сказал грамм 200-300. Такое ощущение, что его смешивают. Да, ну то есть он, знаешь, один сказал грамм 200-300, другой сказал, ну не, мой полкилограмма, то есть так вот взял. Ну, Алла, а кто это грамм? 3-4. Ауди. Мамочка! Каспер! Каспер! Так, вот этому мальчику, про которого ты только что мне сказала, я хочу передать. Пошел ты! Как-то так. Я надеюсь, он мне не расцарапает лицо. И моя передача будет дальше продолжаться. Моя передача. Моя передача. Работает. Мама может покинуть помещение. Алла, ты можешь сегодня остаться с членом своим. А вот для женщин у меня есть... я, девочки, владею не только руками, но еще и языком. Это мы в курсе, 100%. Я покажи могу... еще раз. Ты видел, что они показывают? Ой, мамочки! Женщины, у которых есть деньги. Вы меня смотрите? Я бы с вами потусовался. Кто у нас фрик? Допустим, у нас какой-нибудь. Ну, Ключение у вас. Ключение. Ой, опять. А у нас, кроме Артема, есть еще классный фрик, который я обожаю. Это наш стилист. Сато итальяно Сашо Кириню. Путь в шоу-бизнес, это наша любимая тема, лежит через... Как? Через постель. Постель. Да, было тема. Дело, до сих пор жопа болит. То есть это была Элеонора из Эрцка? Нет, это был Владимир Максимков. Вот что-то я с вами потеть начинаю. Не папкин? Я чай попью. Танцуй, Россия, и плачь, Европа, а у меня самая красивая, опа. Угощайтесь. А торт действительно вкусный. Смачный? А знаете, что мне сказали, что членик можно раздеть, это можно снять.